председателя Общественно-делового совета национального проекта «Экология» Рашид Исмаилов. Рашид, добрый день. Директор компании «Большая тройка» Артем Седов. Руководитель направления «Экология» информагентства ТАСС Игорь Ермаченко. Игорь, здравствуйте. Архитектор. Антропологический дизайн Наталья Ивановская. Доцент Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российский государственный университет туризма и сервиса Лилия Духовная. Сегодня с нами руководитель проекта Департамент устойчивого развития компании IKEA в России Алиса Ковалева. Приветствуем доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС Садном Будатаров. Итак, дамы и господа, мероприятие проводится под эгидой Министерства экологии и природопользования Московской области в рамках реализации государственной программы «Экология и окружающая среда» и среды Подмосковья. Василий Владимирович. Друзья, проект «Холмстед дружит» помогает закрепить представление детей о взаимосвязях растений, животных, грибов, о различных частях дерева. Помогает понять некоторые правила поведения в природе и необходимость охраны природы. Дать понимание того, как устроен растительный и животный мир. Обо всем об этом рассказал Климов Василий Владимирович, город Москва. Мы продолжаем. И второе место в этой... Итак, добрый день. Сегодня мы находимся на ярмарке экологических проектов. Значит, один из лауреатов этой ярмарки, он сам представится, расскажет о своем экопросвещении и волонтерстве. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Василий Климов, я скромный зоолог. Я езжу по миру и снимаю диких зверушек. Вот чем я занимаюсь. То есть я снимаю не только диких зверушек, но я еще и снимаю диких людей и вообще мир природы. Я объехал весь мир, и у меня вышло 60 книжек. Книжки для детей, книжки для взрослых, книжки конкретно, монографии о зверушках, о лошадях, о фольксфейнах. А здесь, на этом конкурсе, я представляю свою книгу «Кто с кем дружит в природе» или «Причуды симбиоза». Что такое симбиоз? Симбиоз – это некий коммунизм, это некое взаимное доверие нескольких организмов, которые умудряются жить вместе, помогать друг другу и создавать вместе какой-то жизненный продукт. Это то, что ждет нас когда-нибудь на этой планете Земля. Очень хорошо. Значит, поскольку журнал «Экоград», покажите, пожалуйста, ваш диплом. И чем вас наградили? Ну что, журнал «Экоград» поздравляет вас с хорошим... Спасибо. Тем более, что диплом – это та работа, за которую люди получают. Вот это все благодаря тому, что я в таком чудесном коллективе «Экоградов». Все, спасибо большое, всего доброго.